Участниками профильного лагеря стали школьники, занимающиеся в детских геологических природоведческих объединениях. 20 команд из городов и районов республики и одна из Казахстана. Ребята подготовили выставку с экспонатами из своих полевых экспедиций – рисунки, фотографии и природные материалы. Торжественная церемония открытия ознаменовалась представлением командами своих оригинальных логотипов и названий. Поприветствовал их член судейской коллегии геологических слетов Игорь Бергазов, а ведущие мероприятия пожелали им новых открытий и побед. Есть участники, которые появились первый раз, будем надеяться, что не последний. Вот, мы рады всех вас видеть здесь. И от лица судейской коллегии, значит, обещаю судить вас справедливо, но строго. Куюргазинцы гордятся достижениями земляков-писателей, поэтов, скульпторов, композиторов, ученых и врачей, известных не только в Башкортостане, но и далеко за пределами России. Мы от всей души надеемся, что славная куюргазинская земля подарит вам вдохновение, радость новых открытий и побед. Для ребят и гостей мероприятия выступили творческие коллективы района и народные ансамбли. С речью выступил почетный гость, заместитель главы администрации по сельскому хозяйству Наугад Хисматуллин. Он поздравил ребят с открытием лагеря. В переводе с башкирского куюргазы означает «бьющий живительный источник реки». Исток, который питал и вырастил целое поколение талантливых ученых и писателей, поэтов и композиторов, умелых, грамотных руководителей и специалистов, истинных патриотов родного края. Тамара Суханова, методист по работе с юными геологами, вручила капитанам команд памятные молотки, вымпелы и флажки. А после в честь открытия слета был разбит символический камень. Участников слета также поприветствовали куюргазинские спортсмены, гиревики и гимнастки. На данный момент можно с уверенностью сказать, что наш район занимает лидирующие позиции в республике по гиревому спорту среди мужчин и юношей. Тому подтверждение – первое командное место республики Башкортостан в 2016 году на спартакиаде среди сельских районов.